Hi guys, сегодня тепленькая погода, минус 5. Сегодня я пришел вот потренироваться, пробежал километров где-то 5, наверное. Сегодня лыжи подготовил фестой высоковтористым, 0 минус 15. Скольжение очень хорошее. Свеженький снег вот выпал вчера. И сейчас вот небо вроде как пасмурное. Тишина. Затишье такое. Ветра нету. Сегодня постараюсь пробежать побольше. Ну хотя бы двадцаточку, как минимум. Вот. Ну ничего, сегодня парафинчик сработал хорошо. Может, не парафин, но вообще в идеале, конечно, такая погода для фишек вообще отличная. Минус 5, минус 7, до 10 вообще отлично. Вот. Сейчас прокатимся, посмотрим, насколько скольжение изменится за тренировку. Трасса, как всегда, в идеале, можно сказать. Просто здесь ветер дует и задувает. А так трасса отличная, широкая, можно спокойно рядом вдвоем бежать с кем-нибудь. Сегодня тоже буду с трассы одношажной отрабатывать. Много в интернете роликов на тему техники сейчас стало. Очень много. Конечно, все это интересно смотреть. Все понятно, казалось бы. Наверное, многие, кто начинают бегать на лыжах коньковым ходом, всем все ясно, как всегда. Посмотришь там, приходишь на трассу, а в итоге ничего не получается. То есть, в любом случае, для этого надо много-много времени, нужно много накатать километров, чтобы мышцы стали сильными. Именно те мышцы, которые нужны в лыжном спорте. Все понятно, понимаешь, что нужно делать эффективный толчок, что нужно ногами хорошо толкаться, руками. Бегать без палок. Но все равно на все нужно время. Поэтому регулярно. Нет ничего лучше регулярных тренировок. Побольше накатывать. Заниматься в разных зонах пульсовых. Сегодня спокойно побегать. Но побольше дистанцию. Завтра поделать ускорение и так далее. Учиться готовить лыжи парафинами, вести здоровый образ жизни, все это влияет на конечный результат. Такие вот вечерние мысли. Вечером всегда сил больше, с утра заниматься потяжелее. Сегодня я один бегаю, товарищ балет, Тимурка. Не забывайте делать полезные дела. Вот тут вот у нас веточки валяются. Сейчас немножко приберусь. Самому же приятнее будет ехать, потому что наехать на эти ветки можно на раз. А все равно здесь постоянно катаемся. Эти веточки могут поцарапать кому-нибудь лыжи. Мне потребуется буквально 2 минутки. 2-3 минутки, чтобы навести здесь небольшой порядок.
В этом нет ничего сложного. Иногда, конечно, лень останавливаться, но сейчас вот уберу и поеду здесь же. И здесь уже будет чисто. А ветки падать будут постоянно, если их не убирать, то будет вообще на трассе грязно. Вот и все. Сейчас еще одну веточку уберем и поедем дальше. Это такой вот отдых. Небольшой отдых, пока пульс восстанавливается. Едем дальше. Спеши.
Накатал я сегодня 40 километров. В общем-то, лыжи сегодня классно катят. Россиевские. На высоковтористом парафине сегодня фестой обрабатывал лыжи. В общем-то, лыжи катят сегодня отлично. Всю дистанцию, можно сказать. Никакого ухудшения, скольжения я не увидел. Вот, появилось чувство голода. Сейчас возьму солененькой водички. Попью и покушаю. Так, сегодня отличная тренировка сегодня была. Доволен. Силы была. Под конец уже мышцы сами начали работать. Без участия головы. Как-то все синхронно происходит. После 20 километров чувствуется такая эйфория приятная, когда еще есть силы, но есть такой какой-то прилив настроения. Вот. Время сейчас 21:30. Так что отличная тренировка вечерняя была. Идеальная погода вот для этих лыж. Минус 5, минус 7, минус 3. Вот такая вот. Сегодня чувствуется, что снег немножко такой напитан влагой. И я думаю, из этого парафин сегодня хорошо работает. Так что вот так вот. Карта нашего парка. Ну а сейчас надо успеть заехать в магазин, взять 3 литра водички и загрузиться этой водичкой. С собой я никогда ничего не беру, никакие изотоники, воду обычно никогда не пью на тренировке. Все делаю после. Всем пока. Отличного настроения. Нет такой усталости, кстати, как в прошлом году. Вот в марте я, когда сезон заканчивал, проехал 37, но я тогда очень сильно устал. Я уже ехал, буквально уже все, у меня уже мышцы начали отказывать. Вот, сейчас вот все намного лучше, спрогрессировал за год. Все-таки чувствую, что и техника лучше стала, и сил побольше стало. Так что работаем дальше.